7 вечера во дворе дома 602 с ног сбили 11-летнего мальчика. В Толеде, управлявшая автомобилем «Шевроле», заявила, что отвлеклась. Ребенка с различными ушибами доставили в больницу. Ребенок выбежал на проезжую часть. А у вас какая скорость движения была? 7, не больше. 7. Потому что я внимание обратила на другого ребенка, который около машины крутился, избавила скорость, а этот слева побежал. С разницей в час произошло еще одно ДТП с участием ребенка. На Автозаводском проспекте иномарка сбила 14-летнего мальчика. Он переходил дорогу по пешеходному переходу. Достаточно хорошая видимость, прямая дорога, нерегулируемый пешеходный переход. При этом водитель не своевременно замечает пешехода. Ребенок получает множественные переломы конечностей. Днем ранее, в субботу, напротив Боровецкой церкви под колеса попал 10-летний ребенок. Таким образом, за выходные произошло сразу 3 наезда на детей. Эльвира Ермакова, Валентин Кулагин, эфир 24.